пранки, улетные приколы, море вкусной еды и, конечно, твои любимые герои. Все это тебя ждет в новом челлендже «Большая, средняя и маленькая еда» от Хаханом. Так нечестно! У меня самый маленький пончик. Ого, а мне повезло, у меня большой пончик. Вау, Энди, твой пончик по сравнению с моим просто малютка. Ого, он просто огромный. Я начну. С этой малюткой я справлюсь быстро. Идея! Я сфотографирую и насвайпаю много пончиков. Идеально! На каждый пальчик по пончику. Ух ты! Теперь моя очередь. Он такой сочный. Очень вкусно. Я не могу остановиться. Я подавился. Помогите! Мы тебя спасем! Спасите! Где мои зубы? Я такая голодная. Сейчас все съем за секунду. Спасибо. Мои зубы снова на месте. Класс! И как Барби будет его есть? Как же вкусно! Давай поможем Барби все съесть. Давай. У меня уже есть идея. И у меня. То, что нужно. Класс! Обожаю пончики, ела бы их всю жизнь. Держи, так будет лучше. Ух ты, спасибо. Я тебя спасу! О, нет! Мой пончик! От него остались только угли! Фу! Ну и гадость! Интересно, что же там? Принглс? И опять у меня меньше всех! Энди, а у тебя что? Ого, обожаю Принглс. Барби, открывай. О нет, почему у меня пусто? Вау, ура, у меня самая большая пачка чипсов. Вот тебе повезло, не то что мне. Они такие вкусные. Иди. Так будет намного вкуснее. Торты Принглс – предел мечтаний. Моя очередь. О нет, моя рука застряла. Я не могу ее достать. Помогите! Я знаю, как тебя спасти. Как? Доверь это дело профессионалу. Нет, пожалуйста, не надо! А, помогите! Моя рука! Ура! Все супер! Я могу освободиться! Я рада! Теперь моя очередь! Но с чего начать? Иди! Осторожней! Так мне будет гораздо удобнее! Как вкусно! Первая. Такая крохотная. Теперь я. У меня золотая середина. Вау, целое ведро нутеллы. Ложка мне не понадобится. Нутелла такая вкусная. Обожаю. Баффи, ну ты свинюшка. Ага, заморашка. У меня есть идея. Время пранка. Посмотрим, как тебе понравится это. Отлично сработали. Это точно. Фу, ну и кислятина. Моя очередь. В отличие от свинюшки Баффи, я буду есть ложкой. Обожаю нутеллу. Она такая вкусная.
Идея! Я сделаю сладкий бутерброд. Идеально! Я такую же хочу! У тебя своя нутелла есть. Но она такая крохотная. В нее даже ложка не пролазит. Ты бы еще лопату взяла. А как мне ее есть? Иди! Зачем мне ложка, если у меня есть пальчики? Такие яркие пальчики, а еще и очень вкусные. А вы сидите и завидуете. Что же там? Острый перец чили. Только не перец. Ужас! Он такой огромный! Баффи, смотри! Мне становится жарко только от одного его вида. Вот это да! Как же жарко! Держи! Спасибо! Мне намного легче! Баффи, начинай первое! Давай, съешь его! Я не могу! Сможешь! Он ведь такой маленький! Как же остро! Я спасу тебя! Спасибо! Мне намного легче! Энди, теперь ты! Что, я? Твоя очередь есть перец! Нет, я его есть не буду! Он ведь огромный! Я съела, и ты съешь! Давай, давай! Хорошо! Гадость! Чтобы полностью его съел! Нет! Ешь! Он острый! До самого конца! Хорошо. Как горячо! Осторожно! Спасибо, мне намного легче. Супер! Энди, осторожно! Энди, перестань! Ой! Нет, я не буду его есть. Ешь, мы все съели. И ты ешь. Не буду. Раз так, тогда получай. О, нет. Энди, надо спасаться. Как горячо. О, нет. Спасите. Ого. Вау! Всегда мечтала побывать в космосе. Еще увидимся. Баффи, открывай. Ну вот, у меня такой маленький попыт. Ого, настоящий попыт. Класс! Я еще не открыла. Вау, такой огромный попыт. Баффи, начинай! Он слишком маленький. Баффи, у тебя просто толстые пальцы. Ахахаха, неудачница. Идея! Так у меня точно получится. Вау, так классно! Осторожно! Идея! Я знаю, что сделать из моего маленького поп-ита. При помощи клея я могу сделать модную заколку. Ого! Круто! Руки! У тебя есть свой поп-ит. Он как раз поможет мне успокоиться. А у тебя нет такой заколки? У меня есть идея получше.
Перестань! Не порть попыт! Готово! Идеально! Ого! Дай мне попробовать! И мне! Нет, это только мой чехол! Зато у меня самый большой поп-ит! О, идея! Пару небольших стишков. И у меня появляется новая модная сумка. Нет, уйдите! Это моя сумка! У меня опять малыш. На этот раз арбуз. А у меня больше. А у меня еще больше. Вот это я понимаю, круто. Мэй, зато ты во второй раз первый начинаешь лопать вкусняшку. Это тоже круто. Лучше бы я ела последний, но арбуз у меня был бы огромным. Он жесткий, но просто волшебный. Кстати, он поможет мне сделать прикольный трюк. Алекс, настал твой черед. Это точно. Но для начала нужно решить, как избавиться от корки, которой покрыт арбуз. Она плотная. Надеюсь, мне поможет обычный нож. А дальше дело моих рук. Нужно просто снять корочку с арбуза. А вот и большой сочный арбуз. В чистом виде. Такой можно есть. Куда так быстро? Подавишься же. Все будет супер. Ой! Спасайтесь, кто может! Берегите головы! Простите меня, просто арбузные косточки прямо поперек горла встали. Да уж, я думала, что мы все погибнем. Радовала меня лишь новость о том, что у меня еще остался целехонький арбуз. Придется сделать в нем небольшую дырочку, чтобы добыть сок. Смотрите, какую конструкцию я сделала. Теперь из этого краника мне в стакан будет капать сок арбузный. Да уж, действительно капать. Мы тут еще долго будем сидеть. Ну и ладно. Я буду ждать свой сок столько, сколько понадобится. Я пока поспать успею. Пока ты спишь, мы весело проведем время. Или ты думаешь о том же, о чем и я? Да, нам нужно украсть ее сок. Пока Джейн все равно дрыхнет. Алекс, придержи ее голову, чтобы она не проснулась, пока я заберу стакан. Класс! У нас все получилось. Теперь мы можем испить этого волшебного сока. Что? Сок? Где? Где мой сок? Как вы посмели красть у меня? Я же спала, это нечестно. Зато очень вкусно. Теперь сок снова мой. Я быстро с ним разберусь. Между прочим, сок отменный. Мы согласны. У Джейн такое огромное яйцо, ей не повезло. Это не смешно. У тебя яйцо меньше, это значит, что ты ешь первым. У меня вообще-то аллергия на яйца, мне нельзя их есть. Но ради вас я попробую. Крепкое яичко, придется его не есть. Не переживай, у меня есть волшебный ножичек, который поможет тебе добраться до яйца. Вот уж спасибо. Такой нужной помощи я, конечно, не ожидал. Очень даже кстати. Вот это да, нож и правда помог. Что ж, попробуем, как это яйцо на вкус. Ну как, вкусно? Нет, это очень мерзко. Ну вот, если это так мерзко, то как с яйцом справлюсь я? Точно! Зачем есть его сырым, если можно приготовить из него что-то повкуснее? У меня для маленького яичка есть такая же маленькая кухня с маленькой сковородкой. Ну разве это не мило? За пару секунд у меня получится маленькая яичница. Пока нужно достать маленькую тарелку и надеть маленький слюнявчик. Кажется, яичница готова. Пора есть. Гениальная идея! Согласен. Вкусно получилось? Очень. Просто пальчики оближешь. Я сегодня как раз не завтракала. Ребята, советую. Даже из маленьких яиц получается вкусная яичница. Джейн, я доела, значит, сейчас твоя очередь. Я знаю.
Сил у меня много, так что со скорлупой проблем не будет. Вот это да! Почему яйцо настолько хрупкое? Что там внутри? Да это не яйцо, а настоящая пиньята! Для такой мне пригодится бита! Аккуратнее, тут вообще-то есть люди! Ну и что, люди меня не интересуют! Меня интересуют вкусняшки, до которых я попытаюсь добраться! Смотрите, тут целая гора конфет и разных сладостей! А можно и нам попробовать? Нет! Умоляем! Ладно, только не мешайте мне! У меня опять самая маленькая ведерко! А мне повезло! Зато мне в этот раз нереально повезло! У меня гигантская ведерко! Начинает, как всегда, Мэй! Это вообще не смешно! Мне сегодня ни разу не повезло! Ладно, хотя бы конфеток поем! У тебя их количество на пальцах сосчитать можно! Ну и что? Зато они вкусные! У меня появилась крутая идея, как их можно слопать! Для этого я использую трубочку! Правда, очень широкую! И это все? Быстро они закончились! Это же круто! Значит, я тоже могу приступать к своему ведерочку! Мне скорее хочется попробовать их, потому что именно эти конфетки самые вкусные! Я от них в восторге! Объеденье! Да уж, это видно по твоим зубам, а еще по твоему животу! Ну что ж, настало время узнать, какая куча конфет ждет меня! Nice. Круто! Обалдеть, я в шоке! Я думал, будет много конфет, а тут одна, но гигантская! What? Как же мне ее съесть? Не знаю, хотя у меня есть идея! Чтобы не испачкать лицо, можно просто распилить конфетку на удобные части! Погнали! Смотрите, это не просто конфетка! Это огромная конфета, внутри которой лежит целая куча скитлса! Выглядит аппетитно! Я знаю, вам не достанется ни одной конфетки, даже не мечтайте! Весь скитлс достанется мне! Он мой! Он очень вкусный! Ну хотя бы по одной конфетке! Нет, я и без вас неплохо справляюсь! Пока ты занят одной половинкой, то я разберусь с другой! Думаешь, я не замечу? Я все вижу! Я уже знаю, как пресечь эту кражу! Больно же! Зато будешь знать, как воровать! Самое вкусное я уже слопал, теперь можно превратить конфетку во что-нибудь маленькое! Что-то я уже совсем объелся. У тебя огромная пузо! Обжора! Лучше бы с нами поделился! Это не смешно! Кажется, в этот раз нас ждут Доритос! В принципе, я люблю чипсы! What? Но ты не учел, что Доритос очень острые! И мне досталась огромная пачка! Тут я рада, что у меня пачка меньше всех! Значит, мне не придется долго мучиться, я быстро съем все чипсы! Когда они такие маленькие, они явно не очень острые. Как же я ошиблась! Это ужасно! Ничего острее я в жизни не ела! Видела бы ты свое красное лицо! Оно было похоже на помидор! Думаете, это смешно? Я посмотрю, как будете выглядеть вы, когда съедите все эти чипсы! Легко, я уверен, что ты преувеличиваешь. Не такие они уж и мерзкие. Сейчас увидите. Вот вообще не острые. Я бы сказал, пресные. Мне нравится. Вот бы съесть еще. Вкуснотища. Может, воды? Нет, не нужно, все окей. Чипсы совсем не острые. Легкотня! Что-то мне плохо. Ну что, вкусные чипсы? И совсем не острые. Это не смешно. Джейн, у тебя еще целая пачка. Посмотрим, как ты справишься. Я боюсь. Надеюсь, во мне не случится пожар. Пачка не открывается. Как же мне теперь есть Доритос? Очень просто. У меня тут как раз завалялись садовые ножницы. Вот уж спасибо, ты мне очень помог. Посмотри,
видите? Это огромная чипсинка Доритос. И она очень острая. Как я буду ее есть? Очень острая. Нет, я не хочу ее есть. Ты должна ее съесть. Давай, ешь. Ладно, ладно, только не ругайтесь. Надеюсь, со мной не случится ничего ужасного. Мне даже смотреть на это больно. Согласна. Джейн, ты как? Я? Нормально. Бедная Джейн, нужно защитить от огня всех нас. Джейн, ты жива? Да, я живая, но ничего не слышу. Выглядишь отпадно. Да, это точно. На Хаханом вы всегда найдете кучу крутых челленджей. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное.